новостей на телеканале «Север» в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Два угона за одну ночь, причем совершенные одним и тем же злоумышленником. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства весьма странного для Навьянмара преступления. Все на прививку. В Ненецком округе продолжается вакцинация от гриппа. Сколько человек планируют привить и какие категории граждан особенно в этом нуждаются? Перенестись на 350 миллионов лет назад и познакомиться с животным миром прошлого. В Ненецком краеведческом музее открылась выставка «Тайны Дивонского моря». Об этом и не только. Расскажем в ближайшие 20 минут. Дважды на те же грабли. В ночь со среды на четверг уроженец Тельвиски угнал автомобиль от дома по улице Заводской. Доехав на нем до поселка Искателей, бросил автомобиль в районе улицы Монтажников и здесь же неправомерно завладел другой иномаркой, направившись на ней в сторону окружной столицы. В районе мясокомбината угонщик не справился с управлением и съехал на обочину. В обстоятельствах этой весьма странной истории сейчас разбираются сотрудники отдела ГИБДД. С подробностями Михаил Веселов. Все угоны автомашин в нашем городе происходят примерно по одному сценарию при схожих обстоятельствах и почти с одинаковыми последствиями. Это преступление не стало исключением. В ночь с 16 на 17 сентября текущего года на территории Ненецкого автономного округа у нас было зарегистрировано два факта неправомерного завладения транспортными средствами. Так, на улице Заводской города Навьянмара местный житель, находясь в состоянии опьянения, неправомерно завладел транспортным средством путем разбития стекла, после чего направился в сторону поселка Искателей. Как мы все понимаем, дальше Красного или нескольких десятков километров по Лаевожской дороге из Навьянмара не уедешь. То есть речь не идет об угоне в корыстных целях. Однако же совершено преступление, причем два эпизода. Вот примерно здесь угонщик, бросив Nissan Премьеру, у которой закончилось горючее, пересел в черный Крайслер. Угонщик не справился с управлением. Машина в районе мясокомбината пересекла полосу встречного движения и в нескольких метрах от пешеходного перехода въехала в канаву. Вот следы от протекторов Крайслера. А полицейскими в ходе разыскных мероприятий было установлено, что это водитель 89-го года рождения. Хочется отметить, что оба транспортных средства они были открыты и исключен в замке зажигания. Хочется обратиться к жителям города. Убедительная просьба более внимательно относиться к своим транспортным средствам, закрывать двери и не забывать ключи в замке зажигания. Теперь незадачливого угонщика ждет суд. Он и определит меру наказания с учетом отягчающих обстоятельств. Михаил Веселов, Владислав Ткачев, телеканал «Север». С 20 сентября для всех граждан, прибывающих в Ненецкий округ, отменяется необходимость соблюдения двухнедельной самоизоляции. Такое решение принято в ходе оперативного штаба при главе региона. Напомню, ранее решение об отмене самоизоляции было принято только в отношении жителей Ненецкого округа. А вот сотрудники нефтепромыслов и месторождений перед прибытием к месту работы по-прежнему должны пройти обсервацию с контрольным тестированием. Кроме того, детей, вернувшихся в Ненецкий округ из других регионов, не допустят в образовательные коллективы в течение 14 дней, если нет справки с отрицательным результатом на COVID-19. Это связано с тем, что детские коллективы в школах и детских садах сформированы. Тех, кто приезжает с отпуска в эти дни, становится все меньше, и чтобы не завести в образовательные организации коронавирусную инфекцию, школьников и дошкольников, которые возвращаются домой из других регионов, допустят в образовательную организацию только после соблюдения двухнедельной самоизоляции или с отрицательным тестом на коронавирус. Что касается эпидобстановки в регионе, она остается стабильной. В Ненецком округе с начала пандемии зарегистрировано 325 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 314 человек полностью излечились от заболевания. Трое скончались от основных заболеваний в период лечения от коронавируса. На лечении в стационаре Ненецкой окружной больницы на сегодняшний день находится один пациент с диагнозом COVID-19. Амбулаторно по месту нахождения лечение получают 7 человек. Под медицинским контролем на самоизоляции на дому находится 456 человек. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный встретился с активистами и представителями Совета старейшин регионального общественного движения Ассоциация Ненецкого народа ИСАВЭЙ. Общение губернатора Ненецкого округа с членами Совета и Совета старейшин регионального общественного движения ИСАВЭЙ длилось более 2 часов. За это время удалось обсудить множество вопросов, которые сегодня волнуют коренное население Ненецкого округа. Очень долго, более 2 часов, обстоятельно
разговаривали на различные темы, те, которые волнуют на сегодняшний день нашу общественность. И я рад, что Юрий Васильевич, не пользуясь никакими регламентами, спокойно, достаточно обстоятельно ответил на все вопросы, которые были заданы. Это, конечно, вопросы по жилью наших оленеводов. Вот. Программа работает, но вопросы еще остаются. Вот. Вопросы по выпасу оленей, которые на сегодняшний день затрагивают некоторые хозяйства, у которых перевыпас. В ходе встречи стороны обсудили также вопросы изучения ненецкого языка, трудоустройства местных жителей, строительства школы в поселке Нельминнос, взаимодействия со старейшинами. Напомним, Ассоциация ненецкого народа Исавы образована 12 декабря 1989 года на учредительном съезде народов Севера в Нарьян-Маре. Движение объединяет усилия ненецкого народа по обеспечению их прав и законных интересов. Ассоциация активно участвует в реализации государственной и национальной политики на территории региона. В Ненецком округе продолжается кампания по вакцинации от гриппа. На сегодняшний день уже привито более 2000 человек, в том числе детей. Планируется, что за 2 месяца будет вакцинировано 12 тысяч взрослых и 9 тысяч детей. Александра Литкова продолжит тему. Всем знакомое заболевание грипп – одно из самых распространенных в мире и относится к острым респираторным вирусным инфекциям. А лучшая защита от него – вакцинация. Прививки от гриппа начинают делать с 6-месячного возраста. В прививочный день мы, значит, примерно делаем около 40 прививок, совмещаемых вместе с гриппом, с вакциной гриппа. Вакцина гриппа – это у нас российская «Совигрипп». Делаем мы, начинаем мы с 6-месячного возраста двукратно до 3 лет. Дальше у нас ежегодная однократная вакцинация. Прививаться от гриппа или нет, каждый решает сам. Для детей обязательно письменное согласие родителей. По словам специалистов, большая часть населения относится к прививке одобрительно. Дело вот это сугубо добровольное, конечно, от каждого пожелания, как говорится. Ну, я думаю, что все-таки надо делать, да, потому что более-менее эта вакцина эффективная, там, да. Немножко все-таки предохраняет от заболевания или от острой формы заболевания. Вакцинация от гриппа взрослого населения стартовала также в начале сентября и завершится в конце октября. На сегодняшний день привито более 1000 человек. В основном это мы делаем, выходя в организацию, договариваясь с руководителями организации, чтобы можно было на, так скажем, на месте сразу же застать большую часть работников и привить от гриппа. В поликлинику уже люди приходят, но в большинстве своем по какой-то причине, которую они в основном не озвучивают, они отказываются от вакцинации. Поэтому нам приходится выходить в организации. В процедурном кабинете прививаются в основном люди пожилого возраста и те, кто проходит плановый медосмотр. В день примерно человек от 50 до 70, может быть, даже и больше. В среднем это возраст, наверное, это старше 50-60, вот как бы большая часть пенсионеров приходит. Именно люди пожилого возраста чаще всего уязвимы перед заболеванием. Кроме того, есть категории населения, которые обязательны к вакцинации. Контингент, который обязательны к вакцинации, да, то есть это вот медицинские работники, работники образования, детское население, все поголовно. Население, которое у нас относится к категории хронических пациентов, призывники обязательно, и там уже по тем гражданам, которые обеспечивают население, то есть это работники торговли, транспорт, коммунальщики и так далее. Для прививочной кампании в регион по федеральной квоте доставлено 21 тысяча доз вакцины «Совигрипп», «Ультрикс», «Флюэм». Весь объем, поступивший в округ вакцины, распределен между 40 населенными пунктами округа, в их числе Нарьян-Мар и поселок Искателей. У нас вакцина поступила российского производства, она изготавливается нашими компаниями российскими, вакцина с учетом того эпидсезона, который был в прошлом году. По крайней мере, в том году, когда прививали население в городе и в Заполярном районе, у нас осложнений не было, вся вакцинация прошла очень гладко. Значит, мы планируем в этом году привить 21 тысячу человек, 12 тысяч взрослых и детское население. Главной целью прививочной кампании от гриппа является снижение числа осложнений, эпидемического распространения и летальных исходов. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Вадим Носкин, телеканал «Север».
Безопасность детям. В трех образовательных учреждениях Ненецкого округа установят системы безопасности контроля и управления доступом. На эти цели будет выделено порядка 4 миллионов рублей. Денежные средства на дополнительное усовершенствование систем безопасности были сэкономлены в ходе торгов по закупке оборудования в компьютерные классы школ округа. Ольга Русул продолжит. Планируется, что современные системы безопасности установят в трех образовательных учреждениях – Центре развития ребенка, детском саду «Сказка», средней школе номер 4 и Искательском детском саду. Сейчас, бывая часто в третьей школе, понимаю, что эти системы безопасности должны быть. Там, безусловно, стоят такие охранники молодцеватые, но хотелось бы, чтобы современные вот эти электронные компьютерные системы безопасности работали. Чтобы родители, отправляя детей в школу, в детский сад, были абсолютно спокойны, что никто не проникнет в эту школу, что их дети будут там накормлены в тепле и будут учиться. Экономия бюджетных средств составила порядка 4 миллионов рублей. Этих денег хватит на то, чтобы обеспечить системы безопасности, контроля и управления доступом три образовательных учреждения. Мы уже посмотрели в соответствии с экономикой, которая осталась, чтобы снять вот эти скуды, так называемые, в этих учреждениях и обеспечить полностью безопасность детей, как вы сказали, в этих учреждениях. Система контроля и управления доступом – это совокупность программно-аппаратных технических средств контроля и средств управления, имеющих целью ограничение и регистрацию входа-выхода объектов, людей, транспорта на заданной территории через точки прохода двери, ворота, КПП. Губернатор поинтересовался, согласны ли родители на такие меры контроля за их детьми. Три вот этих объекта – это только пилоты. Мы предусматриваем подключение дальнейшего электронного образования, и только тогда на электронный дневник будут приходить там сообщения. Плюс по востребованности, да, было с департаментом образования некий соцопрос по директорам, по родительским комитетам, что приоритетнее – походы в школу, там, питание там, в электронной. Вот они сказали, что им больше нужно. Как раз так, что родители «за». Таким образом, большинство родителей заинтересованы в появлении в образовательных учреждениях региона подобных систем безопасности. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Аграрии Заполярья завершили кормозаготовительную кампанию. Плановые показатели по заготовке сена и сенажа выполнены на 106%. Об этом сообщает информационное агентство «НАО-24» со ссылкой на региональный департамент природных ресурсов, экологии и АПК. Всего в кормозаготовительной кампании участвовало 10 сельскохозяйственных организаций, в том числе 4 крестьянских фермерских хозяйства. Во время летней страды было обкошено более 4,7 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий региона. В целом кампания в регионе длилась чуть больше 2 месяцев. За это время заготовлено 8600 тонн кормов. Подводя итоги кампании, ведомстве отметили ее высокие темпы в текущем году. Этому способствовала готовность техники к полевым работам, обеспеченность горючим и организованная работа механизаторов позволили заготовить корма в достаточном количестве и уложиться в агротехнические сроки. В настоящее время все поголовье крупного рогатого скота в округе переведено на зимнестойловый период. В целом по округу средняя обеспеченность животных кормами собственного производства на зиму составляет 23 центнера кормовых единиц на условную голову крупного рогатого скота. «Тайны Дивонского моря» – одноименная выставка открылась в Ненецком краеведческом музее. Все желающие смогут перенестись на 350 миллионов лет назад и познакомиться с животным миром прошлого. Всего на выставке представлено более 80 экспонатов. Большая часть из них была собрана сотрудниками музея и учеными из Коми научного центра во время палеонтологических экспедиций на реку Волонга и особо охраняемую природную территорию Северный Тиман. Это остатки древних растений, которые произрастали в то время на нашей территории. Это фрагменты окаменелых скелетов и отпечатки скелетов обитателей морей, других водоемов. Также на выставке представлена коллекция палеореконструкций, подготовленных сотрудниками Вятского палеонтологического музея. В основном это рыбы, жившие на территории современного Ненецкого округа более 300 миллионов лет назад. Все эти работы были проведены, все эти реконструкции были подготовлены очень тщательно, с изучением всей научной литературы, которая касалась вот данной тематики, под руководством Павла Александровича Безносова все это происходило. Вот.
То есть научность, достоверность, она гарантирована исполнителями. Посетить выставку можно в рабочие часы Ненецкого краеведческого музея до 7 ноября. Спорт в массы. Век цифровых технологий, многие привычные для нас вещи уходят во всемирную паутину, в том числе и тренировки. Герой нашего следующего материала решил сделать спорт более доступным и начал выкладывать видеоуроки. Далее все подробности. Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу два бомбовых упражнения для прокачки спины, которые сделают вашу спину широкой, как аэродром. Погнали! С этих слов Игорь Мишарин начинает каждый новый выпуск своего нового проекта. Идея завести свой YouTube-канал пришла полгода назад, когда в мире началась пандемия. Молодой человек решил показать людям, что здоровый образ жизни – это просто и доступно. Смысл в этих каналах таков, чтобы показать максимальную доступность и простоту спорта. То есть не обязательно прибегать к использованию и посещению тренажерных залов, потому что не все могут это люди делать, как и физически не могут вырваться в тренажерный зал, точно так же и морально, систематически посещать тренажерный зал, это тоже как бы не все могут, то есть тут должен быть определенный там характер. А доступность упражнений с собственным весом или с легким оборудованием могут выполнять все как дома, так и на улице. Все тренировки, которые Игорь записывает на видео, проверены на собственном опыте. Спортом молодой человек начал заниматься с 5 класса. После школы окончил спортфак Нарьянмарского социально-гуманитарного колледжа. После 7 лет работал тренером. Из исходного положения ноги на ширине плеч выполняем шаг назад или вперед. Кому как удобно, примерно на 50-80 сантиметров. Для молодого человека спорт – это больше, чем работа, это образ жизни. Поэтому сейчас Игорь решил нести спорт в массы. К челленджу, запущенному в соцсетях, уже присоединились десятки горожан. Алина Вучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы!